Всем привет, с вами Блайнар, и сегодня у нас реакция на реакцию лустейщиков на то, как Джамбо Джош раздавил Бомбанеллу. Бомбанеллу. Короче, я не знаю, его почему-то по-разному называют. Где-то Бомбанелла, где-то Бомбалена, где-то Балина. Короче, ну суть не в этом. Это интересный момент. Не забывайте поставить лайкусик, подписаться на канал, если впервые, нажать колокольчик на все уведомления. И обязательно написать комментарии. Лучший комментарий попадает в следующий видос. Да-да. И сейчас вы будете видеть комментарий с предыдущего видоса. Если вы его не видели, обязательно его посмотрите. И всем приятного просмотра. Берите чаёк и печеньки. Погнали! Не бойтесь тьмы, друзья мои, и пусть начнется праздник. Ладно, я могу нажать на тебя направо. Нажал. Тут открылось что-то. Вот это я нажать не могу, поэтому я просто буду ждать, пока ты дойдешь сюда. Опа! Я умнее тебя, тупица. Карточка. Ха. Кишка вамбата. Так, запускаем. Hello. Нормально ее плюхнуло. Она мне даже понравилась. Классная бомбанила. Окей, хорошо, нажимаем вначале сюда на кнопочку, а теперь я встаю вот сюда, и мы просто ждем бомбанилу. Давай, давай, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Пока! Все, бомбанилу пришибло. И теперь я могу просто открыть ту дверь? Или нет? Или да? Эй! Как открыть дверь? Помогите. Куда мне идти? Что делать? Что делать? Дверь не открывается. Эй, дрон, ты тут? Куда идти-то? А, карточку мне дали. Все, отлично. Карточка есть. Нажимаем и открываем дверку. Тралан Сильвестри, да. Там-там-там-там-там-там-там-там-там. Просто вся голливудская соль земли собралась просто здесь, да. Так, ну чё? Внезапно. Не, ну надо понять Джамбо Джоша, ему одиноко, как бы без девочки, он хоть какой-то романтики. Ну вот он как бы тебя взял познакомиться, там пообщаться, на свидание сходить. Кинг-Конг смотрела фильм, вот у вас будет что-то в этом роде. Итак, у нас, значит, получается, да, у нас получается карточка есть. И снова реакция на себя, ну я тут помню, что я провтыкался. Ну, я слышал звук и не понял, потом понял, стало грустно. Кстати, я впервые сегодня смотрел, как ее раздавили. Это забавно, это круто, прикольно, ладно, погнали смотреть. Не упадет что-то, да? Ну что, обратно что ли бежать? Что случилось? Она ушла туда, я засосал, я что-то проморгал? О, карты. А что с ней случилось-то? Ее всосали те? Он утащил ее? Блин, я проморгал, как он ее утаскивает. Ну ё-моё. Сейчас бы... Вот что это за крестик? Что это за верху там? Ну? Родной! О! Боже мой! Ой, боже мой, все хорош, короче, все так просто, я не знаю, все так просто, Халк, я же не думал, что он Бомбалину нафиг, это что за friendly fire такой, я вообще не подумал об этом. Раз, открылась, да, верхушка и... Джамбо Джош схватил Бомбалину! Карточка. Да. Какая у него длинная рука? Офигеть! Это жутко было.
Давай сюда. Потом подхожу вот сюда. Ну что, что, что? Я должен на эту кнопку успеть нажать? Да. А, все. Джамба Джош ее стыбзил. Меня стыбзишь? И меня забери, пожалуйста, на тот свет, чтобы я больше не мучился с третьей главой. Чё эта дверь не открывается? А, я тебе должен искать белую карточку. Серьезно, обратно бежать весь трек. Мы, короче, должны с вами активировать эту штуку, чтобы открыть сверху, да-да-да-да. А теперь стоять вот здесь. Давай, гаси ее! Гаси! Хорош! Вот как нужно было. Она выронила карту? Она выронила белую карту как раз-таки от этой двери. Это то, что мне было нужно. Ребята, мы с вами прошли. Такая добрая, как это. Так, так, открываем ворота. О, на кресле. Опачки. Ой, ни хрена, здесь еще какие-то проходы, видишь, здесь, в этих проходах. Мы убили ее. У, белая карта. Сказали, что это финал. Так, ладно, нажал на кнопку. Не работает. Не работает! Чё? Джамба Джош убил Бомбалину? Жёстко. Всё, я назад пошёл. Я пошёл к Бан-Бану назад. Так, вон она, пик-пик, пик-пик. Есть карточка, пик-пик, пик-пик. И вот здесь, вот эту надо нажать сначала. Вот эту нажимаю, потом вот эту нажимаю. Вот эту, да? Не могу нажать, не могу. Что? Ладно, откройте дверь, пожалуйста. Забрали учительницу, выпустите меня с этого детского садика, говно. Ладно, 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 ладно. Да, на желтый крест она должна наступить. Так, вот эта штука открывает вот эти ворота. Давай, иди сюда. Иди сюда, ближе, ближе подходи. Давай! Молодец! Спасибо! Я люблю тебя! Я люблю тебя, Джамба Джош! Спасибо, что ты меня спас! Но сюда я наступать тоже не буду. Так, карточку аккуратно подберу. Давай-ка дверку открою, пока за нами кто-то в очередной раз не погнался. Так, короче, ребят, до меня дошло. Надо включить вот эту штуку, а потом как-то заставить Бомбалину подойти сюда. Ну вот, теперь все будет в порядке. Со мной, не с ней, скорее всего. Пока. Все хорошо. Ну ладно. Могу открывать дальше? Не могу открывать. И чё теперь? Мне это не нравится, ребят. Ну пока. Бомбалина, давай. Все. Так. Нажал чуть. Может, ее засосет к чертям. Зажрите ее, может, что-то какие-то... На! Хорош, втащил этой. Ой, ты как будто можешь нажать. Ой, карточка. Нет? О, да. Точно. Спасибо, зеленый зелебоба. Он спас нас. Ой, ничего себе, у нас там коты упали. Так, ну нам пока что далеко. Давайте активируем правый вход. Зеленая. Иди ко мне. Есть, раздавили. А, он ее даже забрал. Просто наказал, смотрите, вместо нас. И нам оставили карточку. Крестик. И сверху люк. Мы сюда бежим сразу. Нажимаем и подбегаем сюда. Фух, ну, давай, успеваю. Давай, зеленый. Да. И он ее забирает, кстати. И выпадает карта. Да, и этой картой мы открываем дверь. У меня стукнули они ее. Ее должны достукнуть. Надо, чтобы она встала на этот крестик. А, вон оно как. Вон оно чё. Окей. Нас пустят дальше? А, она ключ-карту выронила. Странный крестик. А чё, ты не хочешь нажать? А, нажимайся! А чё не нажимается ты? Так, нажал здесь. Открыл дверь. Ой-ой-ой-ой. Нужно ее заманить сюда, правильно?
Что произошло? А что произошло? Подождите, она туда улетела? Серьезно? Ее там что-то засосало? Или схватило? Не совсем обратил внимание на это дело. Ну, у нее была карточка. А может, ее медуза схватила? Это было бы логично. Интересно, кстати. Вот такие вот у нас реакции получились, весьма забавненько. Блин, он оказывается не просто, ну, он ее сначала стукнул, придавил, потом схватил и утащил. И из нее выпала карточка. Это забавно. Блин, я этот момент пропустил, реально обидно. И не только я, походу, как оказывается. Но многих нас камило. Оказывается, еще здесь можно было самому попасть под раздачу. Мы увидели, как одного вот товарища раздавило и утащило. Оказывается, так можно тоже было. Ну, правда, увидел только один этот человек, да. Ну, прикольная реакция, не забывайте поддержать лайкусиком, написать комментарий и тому подобное. Не забывайте, у нас есть Телеграм, очень-очень рекомендую туда вступить. Там есть чатик, ссылочка внизу, в описании и в закрепе, в чате, в комментариях. Есть чатик, где мы общаемся, я тоже там сижу. Есть комната для нейросети, где я просто выкладываю что-то, когда я балуюсь нейросеткой. Прикольно рисует нейросеть, кстати. Есть мои фоточки, есть уникальные нарезочки, пока правда их мало, но я буду выкладывать по возможности. И много чего другого, рекомендую, да. Ну, уведомления, естественно, о видосиках, стримах, рекомендую обязательно вступить. Всем спасибо за внимание, увидимся, услышимся. Пока-пока!